Добрый день! Сегодня в обзоре бестселлер от компании Scarpa, серия Мохито. Данная серия обладает целой армией поклонников по всему миру. Секрет – сочетание спортивных технологий и повседневного комфорта. Компания Scarpa начала свою историю в 1938 году, когда лорд Сесил Гиннес, тот самый Гиннес, в городе Азела, в регионе Монте-Беллуна, где воздух и вся атмосфера пропитана красотой гор, организовал маленькое обувное производство. Оно развивалось, создавая оптимальные решения для горных туристов и альпинистов того времени, когда в 1956 году братья Паризотто выкупили данный бизнес. Эта семья и ее участие в развитии компании Scarpa невероятно интересна и захватывающая. Сама модель обязана сестрам Паризотто, когда одна из сестер заказала для себя и подруги разноцветные ботинки. Данная обувь получилась настолько удачной и комфортной, что уже через некоторое время появилась на прилавках сразу в широкой цветовой палитре. Яркий и запоминающийся дизайн этих ботинок в сочетании с удобством и функциональностью привели к бешеной популярности данных моделей не только у профессионалов, но и в среде городских модников. Рассмотрим более подробно модели, представленные у нас в ассортименте. Начнем с классической Мохито. Классическая модель Мохито, выполненная из замши, за время своего существования получила огромное количество разновидностей. Это и летние облегченные варианты из текстиля, а также стилизованные под джинсовую ткань. Неизменными для классических Мохито остаются фирменные черты. Опущенная до мысочной части шнуровка, которая позволяет с учетом индивидуальной анатомии стопы максимально комфортно зафиксировать ботинок на ноге. Прорезиненная мысочная часть, которая позволит на пересеченной местности чувствовать себя уверенно и защитит пальцы от возможного травмирования. Использование подошвы Vibram Spider, которая даст максимальный комфорт и сцепление на разных формах грунта, включая мокрые камни. Также компания Scarpa в данной модели использует стельку Comfort Fit, которая за счет пористой основы даст максимальный комфортный микроклимат внутри ботинка. Следующая модель в линейке Мохито – Мохито GTX. Всем известная аббревиатура свидетельствует о наличии мембраны Gore-Tex, которая будет защищать ваши ноги от попадания влаги через поверхность ботинка. Также здесь используется подошва Vibram Spider Track, которая позволит максимально комфортно чувствовать себя на разных формах грунта, позволяя использовать данный ботинок для несложных туристических походов, а также несложных скалолазных маршрутов. Версия, разработанная специально для фанатов модели, не желающих расставаться с любимыми ботинками и в повседневной городской жизни. Мохито City. Данная модель выполнена в менее броской цветовой гамме. У нее уже отсутствует прорезиненная мысочная часть, позволяющая использовать ее и под общий деловой стиль. Также компания Vibram предоставила подметку Arctic Grip, которая позволяет максимально комфортно за счет абразивных вставок чувствовать себя на свежей осенней зимней наледи. Логичным продолжением развития городской линейки этих ботинок стало появление зимней версии Mohito City Mid. Данные ботинки, помимо использования подошвы Vibram Arctic Grip, которая позволит чувствовать себя максимально стабильно и комфортно на скользких участках дороги, здесь реализована мембрана Gore-Tex Insulated Comfort, которая состоит, помимо самого мембранного слоя, из теплого внутреннего синтетического утеплителя. Сочетая в себе удобство классических Мохито с защитой трекингового ботинка, на свет появилась версия Mohito Hike GTX. В данном ботинке используется мембрана Gore-Tex Performance, а также стоит подошва Vibram XS Track. Данная пара разработана специально для путешественников, которые предпочитают комфорт с функциональностью. Невероятная популярность, армия поклонников, широкий диапазон функционального использования наверняка приведут к тому, я убежден, что линейка семейства Мохито будет только расширяться. Следите за обновлениями, приезжайте на Сайкино 4 за своими Мохито.